Всем привет! Вы на канале «Моя семья». С вами Юля. И сегодня в такой праздничный день хочу всех поздравить с крещением, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, добра, позитива, мира. В общем, всего-всего самого-самого светлого и самого хорошего. Сегодня видео пойдет для тех, будет интересно тем, кто любит морепродукты. Хочу сегодня вас научить и научиться самой, как правильно чистить и отваривать кальмары. Этим маленьким секретиком со мной поделился мой хороший друг Сережа. Сережа, тебе привет! И будем приступать. Итак, кальмары мы помыли под проточной водой. Поставили кастрюльку на огонь. У нас вода закипела. Если есть морская соль, это вообще класс. Солим воду морской солью. Если нет морская, значит солим обычной. И так, я бы сказала, щедро солим. То есть вода должна быть сильно соленая. Вот. Сейчас она еще раз закипит. И будем закидывать наши кальмары. Значит, смотрите, вода закипела, мы ее выключаем и начинаем закидывать сюда кальмары. Красавчик какой, ух! Так. Она уже даже вот сворачивается. Видите, вот это вот сверху пленочка. Вот, видно, как оно все это сползает. Хорошо. И дальше. Оставляем их так, пока мы не сможем свободно, ну как, чтобы она была еще горячая, но мы могли засунуть туда свои пальчики в кастрюльку и не обжечься. То есть градусов, наверное, 60, я думаю, 65 будет уже доступно для того, чтобы мы их начали чистить. Все, воду горячую мы слили. И теперь смотрите, он уже практически красавчик. Осталось тут буквально вот на краях поснимать вот эту пленочку. Лучше это делать под проточной водой, чтобы тоненькой струйкой вода текла. Ну, просто для того, чтобы вам было хорошо меня слышно. Ну и видно тоже, к раковине доступ похуже будет, чем на столе. Поэтому я это снимаю вам на досточке. А так это можно делать в раковине под водичкой. Так, вот мы очистили плавничок у нас и тушечка сама. Значит, теперь что мы делаем? Мы аккуратненько выворачиваем внутрь на изнаночку. И тут у нас, вот видите, какая красота. Вот это остаток у нас раковины. Пластинка вот такая, типа позвоночника. Вот эти все внутренности сейчас мы смоем под водой. И так поступаем с каждым нашим кальмарчиком. Мы поставили на огонь чистую водичку. Она у нас закипела. И сейчас мы сюда опускаем наши кальмарчики. Почищенные, красивые. И на помощь к нам приходит мобильный телефон. Включаем секундомер и ждем 2 минуты. После того, как пройдет 2 минуты, кальмары выключаем, воду сливаем. Ждем, пока они остынут, и начинаем их резать. И на примере вот этой самой большой тушки я покажу, как я режу кальмар. Значит, отделяем сначала тушку от
нашего плавничка. Так, отрезаем. Значит, посередине плавника идет плотная часть. Мы ее вот так вырезаем. И кто-то не использует плавник, я использую, мне нравится и плавничок. И вот такими полосочками мы это нарезаем. Просто плавник сам по себе немножко более жестче, чем сама тушка. Поэтому некоторые ее не любят. Его. И вот само тельце. Кстати, когда открываете, может быть, где-то что-то вы пропустили, когда чистили. Теперь это легко визуально видно. И кое-где там это все убираем. Где-то, может быть, пленочка. Вот, смотрите, пленочка чуть-чуть осталась, но я чистила. Вот аккуратненько тут все дочищаем. Точно так же нарезаем полосочками. У меня есть котики. Вот эти части, это для них. Вот у меня тут много их осталось. Они будут сейчас счастливы. Да, котики? Сидят на стрёме. И все. Ну вот, кальмары наши готовы. Мы их подготовили, порезали. Теперь осталось из них сделать очень вкусный салат. Поэтому оставайтесь со мной. Смотрите следующие мои видео, в которых я вам покажу обязательно рецепт очень вкусного салата. А сейчас по вот этой вот ссылочке подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Вы были на канале «Моя семья». С вами была Юля. До новых встреч. Пока-пока.